Вы в друг друге стоите, вот почему. Так, радио есть, блокнот есть, все, пошли. Выпустите меня! Как у меня в прошлый раз, вы все ушли, я мог еще одну вещь взять, которая есть у кого-то. Почему сейчас я не могу сделать так? Иди. У нас нету зеркала. Он здесь, в первой комнате. Слева? Да. Я свет включил, подогрейте его попу. А-а-а, призрак! Призрак! Да, где? Ну, шел, чтобы не работать. Это Марина с Катей, тут? Если что. Не призрак. Да я Катю видел. Точно тут. Пар из рта. И что-то бросил опять. МП-5. Дальше. Что еще нашли? Это все я работаю одна. А что ты нашла? МП-5. Комнату МП-5. А, комната. Выйдите, пожалуйста. Градусник можно тут оставить. Ну ладно. Градусник рядом с блокнотом, если что. Костя, иди поговори, она с тобой хочет поговорить. Ладно, беру с собой благование. А свет кто там включил? Естественно, ксерий. А вдруг ей страшно станет? Нам ничего не видно. Я о призраке забочусь, не о вас. А чё, у меня света нету, что ли? Подожди, а что будет? Здравствуйте, простите, мы сейчас быстро тут. Да. Мы сейчас быстро тут и уйдем сразу же. Все, до свидания. Дверьку закроем, уединяйтесь. Подождите, я еще не успела добежать посмотреть на это все. А вы посмотри, что в камере видно, мне интересно. Выруби фонарик. Не видно ни черта. А, я думаю, кто? А где? Убери давай. Чё тебе, зачем? Не подсматривай. Чё я... Сама придется идти. Интересно. О! А нет. Так, интересно. А где? Советую вам в окна ничего не бросать. А чё? Да, радио и этот... Спички бросил, а с обратной стороны они не появились. МБ-5 есть. Точно. МБ-5 мы давно знаем, что есть. Кто жопу сюда поставил? Катя нас жопа, значит. Я настолько неплавная клавиатура, что ты резко вправо-влево делаешь. Значит, у нас нету огонька, да? Смотри, сейчас на экране, сейчас я приду. Хорошо. А мы этот ультрафиолет... А, да, а где камера, погоди? А, вот она. Записи в блокнот. Идем, ладно. Я слежу за тобой. Да я ушел лучше. Да ты иди, блин! Чё ты врёшь, ты в машине? О, у нас карты! О, в карты бомбы. Что они делают? В дурака они играть. Пойдем отсюда. Ты где? Иду в гараж. В гараж? Гараж. Ну не гараж, а как это? Мастерская. Что-то свет погас. Он пошел за мной и выключил свет, зараза.
там спрятаться нельзя. Что происходит? Я вытягиваю карты. А. Ничего интересного. А вы что тут стоите? А мы наблюдали за вами, когда она выйдет. Да. А вы уверены, что она тут? Она, походу, съехала. Думаешь? Раньше она активничала, ведь много-много. И температура тут высокая. Опять еще знать. Может, она туда, в мастерскую приехала? Не знаю, там нигде МП нету. Ну что-то тут бросила. С левой стороны я услышала. Скорее всего, тут. Тут падает температура. У нас больше нет соли. Да, она здесь, наверное. О, пишет. Пишет? Да, я услышала. Только в той комнате она пишет. Вот где? В соседней комнате. Она может просто скрылась, респаунилась опять. Огонька там не было. Кто в той комнате ходит? Какой? Я же все прекрасно слышу. Щиток трогает. Не щиток, а дверь, я хотел спрятаться. Там двое. Один вышел на улицу. Привет, радио или минус?
Марина, выйди из дома. Нет, один останется. Ладно, понял, сидите. Все. Не заходите только. Я хочу проверить, тень не тень, просто дух-то точно нет. И чё ты мне бутылку принёс? Чё, не получается выкинуть, да? Давай, я заберу у тебя. Давай, попробуй. Сколько у нас там этого? У меня пустая рука у тебя. Я знаю, потому что у меня ничего нету. Бутылка вон лежит под окном. Я ничего не вижу. Теперь видишь? Посмотри на мои руки. Угу. Не, через стекло не берется. Там сколько у меня этого рассудка? Марина, ты в машине, я знаю, я вижу. У кого? У кого-нибудь, сколько общий? Зорг. Так, орк 43, охотник 77, Катюха 62. Да так Катюху знаешь. Кстати, мне кажется, это тень. Вот я и думаю, что это тень, потому что я уже заколебался стоять. Не, ну просто рассудок прям, ну, очень сильно понижается. Так нет. И всё, даже атаки не было, а уже время довольно-таки много прошло. 100 минут, как мы играем вообще-то. Чё, обыскать едем? Да я пытаюсь, она пароль только знает. Кого ставим-то? Тень. Тень? А где? А если это не тень? Я никогда не поставила. Значит, вы виноваты. Ну ладно. Че, блин? Допустим. Ну вот. Знаете, еще так вот, Мюллинга.